А ще Зіна Лієва проживає в Миколаєві разом зі своєю родиною з 1977 року. Про події понад 70-річної давнини жінка дізналася вже в зрілому віці від своїх батьків. Мамі було 9, і там ще були помладші сестри. Всіх їх зібрала, і там був просто солдат, який сочувствовал всьому цьому. І тому сказав: «Беріть все самое ценное». И моя бабушка взяла украшение крымско-татарское, которое вот одевается на голову, и там вот такие вот как медальки, вот такие вот кругляшечки, они были золотые. И повязала на всех детей, сколько можно было платков, потому что это как раз-таки и спасло по пути на спецпоселение. По дороге они эти платки меняли на еду. Каждую вот эту вот монеточку тоже меняли на хлеб, чтобы как-то выжить и добраться, куда их выселяли. Також жінка розповіла про те, як її батьки жили після депортації з рідного міста. Моїх родителей и отца и маму депортировали в Узбекистан. И когда приехала сестра партизанка искать их в Узбекистан, она их нашла, что они жили в каких-то страшных бараках, полуголодные. А она, пока их искала, нашла, что рядом поселение было чуть с лучшими условиями. Там хоть была работа, там хоть могли как-то их покормить. Но это было запрещено, переходить из поселения, спецпоселения в другое спецпоселение. И поэтому она тайком, ночью, быстренько их собрала. И через реку Амударью, там было такое неглубокое место, и она их на спине всех перетаскивала. И они так тихонько-потихоньку сбежали в другое спецпоселение.